Всем привет! Зима уже идет полным ходом. И если вы вдруг обнаружили, что ваша жизнь слишком сложна, тогда вам точно нужно взять на вооружение парочку лайфхаков. Возьмите фильтр для воды, который люди устанавливают под раковины, а также шарик и клей ПВА. На самом деле фильтр состоит из белых синтетических ниток, которые намотаны на пластиковый цилиндр с дырочками. Нужно найти начало этой нитки, и таким образом мы получим дешевый клубок белоснежной нити. Именно такую сложно найти в обычном магазине. Теперь нужно взять какую-то проволочку и согнуть в крючок, продеть туда нитку, как в иголку, и, сделав второе отверстие в баночке клея и протянув вот таким образом сквозь нее нитку, мы получим клеесмазывательный аппарат. Но зачем? Сейчас покажу. Мы взяли вот такой шарик и, отрезав крючок, начали наматывать на него нитку, смазанную клеем. Если вы покупали новогодние игрушки для наряжания елки в магазине, то заметили, что хорошие шарики стоят очень дорого. И нужно прилично потратиться, чтобы красиво нарядить елочку. Но сейчас, когда вы будете уже выбрасывать свою елку и паковать игрушки, сделайте очень хорошие игрушки на будущее, так скажем. Шарик нужно полностью обмотать ниткой, чтобы получился круглый каркас. И повесить сушиться, к примеру, на лампочку. Спустя где-то 10 часов нитка затвердеет, и шарик нужно проколоть иголочкой. Если ничего не происходит, то воспользуйтесь более тяжелой артиллерией. Просто достаем оттуда шарик и, сделав из конца ниточки небольшую петельку, мы получим очень хорошую и красивую новогоднюю игрушку. Как вы считаете, сколько бы такая стоила в магазине? А если вам лень всем этим заморачиваться, то просто возьмите старую лампочку, просверлите в патроне сквозное отверстие и из этой же нитки сделайте петельку для подвешивания. Далее я взял кисточку и просто обмазал всю лампу клеем. Это самые обычные блестки, которые продаются в канцелярском магазине. Но благодаря им мы сделали еще одну очень красивую альтернативу магазинным елочным игрушкам. Вы, наверное, заметили, что я долго не выпускал это видео. Еще со времен прошлого года. Мы начали снимать его еще до Нового года, но прямо во время съемок я заболел и просто не успел до Нового года. А лайфхак, который мы сейчас покажем, был актуален именно тогда. Но нам он очень понравился, и мы не могли его не показать. Раньше все использовали вот такие пиротехнические хлопушки, но нередкими были случаи травм. И сейчас в магазинах продают пневматические хлопушки, которые работают благодаря баллону сжатого воздуха внутри. Да, там помещается гораздо больше конфетти, но мы же не олигархи, чтобы покупать такие, а пострелять-то хочется. Я взял два больших шприца на 100 мл. Такие можно найти в ветеринарных аптеках. Сперва я отрезал носик от одного из них и убрал заусенцы, чтобы получить ровную поверхность. А у второго я отрезал половину шприца, укоротил носик, расширив его, чтобы немного увеличить пропускную способность, соединяем их и герметично склеиваем с помощью термоклея. Кстати, если у вас пистолет с переключателем, то тут предпочтительнее будет включить именно максимальную мощность, чтобы более жидкий клей лучше пробрался в разные микрощелочки. Теперь нужно сделать конфетти. Можете сделать это как я, из старой макулатуры. А если хотите, чтобы конфетти блестели, можете взять пустые полиэтиленовые упаковки. Засыпаем их в маленький шприц и накрываем кусочком резины из-под шарика. Закрепляем синей изолентой. Обязательно синий, красный ничего не выйдет. И вставив поршень, нам останется только быстро нажать на него, чтобы давление сделало свое дело и вытолкнуло конфетти наружу. Кстати, такой вариант хлопушки еще более безопасен, чем пневмохлопушка. Более ленивые могут просто придерживать резинку рукой, а самые ленивые могут вообще сделать хлопушку из одного шприца. Ставьте лайк, если догадались как, только никому ее не показывайте. Вы накупили мандаринок и хотите покушать их за компом? Тогда воспользуйтесь этим лайфхаком. Счищайте кожуру одним цельным куском. Таким образом, потом вам будет гораздо проще собрать это все и донести до мусорного ведра. Вы захотели, чтобы ваша елочка стояла немного дольше и не осыпалась? В таком случае возьмите нож и снимите слой коры у основания. Теперь возьмите плотную тряпочку и оберните елку с помощью пульверизатора. Нужно будет увлажнять тряпочку, и елка будет всасывать эту влагу, что поможет ей продержаться гораздо дольше, не потеряв свои иголки.
Сейчас холодно и нужно ходить в свитере, но на них образовываются катышки и выглядят они уже не так хорошо. Решить проблему поможет обычная расческа и лезвие для канцелярского ножика. С помощью термоклея мы превратили расчески в что-то наподобие самой дешевой бритвы из Ашана. Но она имеет очень большие зазоры, благодаря которым можно легко состричь катышки со свитера. Смотрите, сколько их собирается на расческе. А если ваш свитер настолько плох, что его уже ничего не спасет, то все равно не выбрасывайте. Как минимум от него можно отрезать рукава и вот эту часть с дырками, чтобы получился цельный кусок материала. Зашейте рукав с одной стороны. И насыпьте туда риса. И запечатав его с другой стороны, вы получите хорошую грелку. Ведь бывает, выйдешь на улицу, а там так холодно, что хочется обратно домой. Предварительно нагрев такую штуку, вы получите отличный девайс, который будет вас греть изнутри. А еще вместо риса туда можно насыпать кошачий наполнитель. Это уже пригодится в автомобиле. Зимой он будет впитывать лишнюю влагу, и стекла не будут замерзать изнутри. Вот такой вот полезный рукав. Но, ведь у нас еще осталась вот эта часть. Ее также надо зашить, но только с одной стороны. И в результате мы получим отличную накидку для подушки на диван. Неважно, сколько вам лет, но зимой грех хотя бы раз не сыграть снежки и смачно не залепить в друга. В магазине продаются вот такие снежколепы, и они реально хорошо выполняют свою функцию. Но такой же можно сделать самому из любого круглого предмета, который найдется у вас под рукой. Разрезав на две части шар, и можно лепить снежки идеальной формы и иметь преимущество над вашим другом, который лепит руками. Да. Блин, слушай, я походу говно упал. У вас остались какие-то напитки с Нового года, и сидя за компом зимним вечером, вы хотите быстренько охладить его, просто поставить в морозилку будет совсем не быстренько. Нужно найти замерзшую поверхность морозилки и поместить на нее банку. Начните вращать ее, и таким образом вы сможете охладить напиток менее чем за 2 минуты. Хоть все уже и получили свои подарки, и следующие праздники еще не скоро, нужна какая-то плотная бумага. Я расчертил ее вот таким образом. Тут несложно понять, что к чему. И вырезал несколько проходов. Сначала весь квадрат, а потом отрезал мелкие квадратики, оставив только вот эти ушки по бокам. Но их также нужно прорезать с одной стороны, так, чтобы соседние ушки сгибались перпендикулярно. И останется только предварительно создать складки на каждой линии, чтобы легче было сгибать. И наклеить на каждую нужную часть полоску скотча. Вот таким вот образом ее нужно склеивать. И у вас получится цельная коробочка. А чтобы сделать крышку, нужен такой же чертеж, но сосновой шире на 1 сантиметр. Теперь вы вооружены и можете дарить что угодно, ведь даже плохие подарки с хорошей ручной упаковкой человек воспримет гораздо лучше. Даю 100%, что вам это знакомо. Возвращаясь домой после улицы, на ботинки налипает много снега. Поскольку в помещении положительная температура, то он сразу тает и образовывает вот эти лужи. Исправить проблему помогут вот такие копеечные детские пеленки, которые работают по принципу подгузников. Всего-навсего постелите их под коврик или даже без него, и вся влага с ботинок будет впитываться именно туда. А если у вас в квартире наоборот слишком мало влаги, то есть воздух сухой, то нужен увлажнитель. Но он, блин, дорогой. Но! И мы ведь не пальцем деланы. Мы создадим свой с помощью любой картонки и той же нитки с фильтра. Вместо нее можно взять медицинский бинтик и свернуть в рулон. Приклеиваем нитку на картонку и делаем в ней маленькие прорезы через каждый сантиметр. В них нужно продеть ниточку вот таким образом и получите подобную конструкцию. Оставшийся край не обрезайте. Как раз его нужно поместить в контейнер с водой, и благодаря капиллярному эффекту вода будет продвигаться по нитке, а тепло батареи будет ее испарять. Кстати, я уверен, что эту конструкцию можно улучшить. Если у вас есть идеи, как повысить производительность этого увлажнителя, то напишите в комментариях. Комментарии. Буду рад почитать. Ну что ж, если вы еще ни разу не навернулись этой зимой, то ставьте лайк. А также нажмите подписаться, если не хотите... В общем, сами додумайте. Всем пока!